Чувашии определены участники делегации, которые будут представлять республику на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. В их числе и наши корреспонденты Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина и Юлия Важенина. Они 125 счастливчиков, которые меньше, чем через месяц будут представлять Чувашскую республику на Всемирном фестивале молодежи студентов в Сочи. Они проходили собеседование, отбор, волновались и ждали заветного письма. Приглашаем принять участие в фестивале. Теперь Сочи совсем близко. Это разные категории. Это и представители молодежных общественных организаций, это представители работающей молодежи, сферы политики, ну и просто студенты. Всемирный фестиваль молодежи и студентов Советский Союз уже принимал дважды – в 1957 и 1985 годах. У многих нынешних делегатов в них участвовали бабушки, дедушки и даже родители. А это значок Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года, который проходил в Москве. Этот значок мне достался от матери. 6 лепестков ромашки и также голубь. Участников ждут 12 площадок – от науки и технологий до глобальной политики, экологии и здоровья. Я еду на площадку «Глобальная безопасность. Вызовы будущего». Это международный, межкультурный, молодежный диалог. Ожидаю информации, куда, возможно, я перееду на несколько лет жизни. Не патриотично. Очень патриотично. Я наберусь там опыта и вернусь сюда обратно, чтобы поднимать город Чебоксары и нашу республику все выше и выше. От нашей телекомпании отбор прошли 3 корреспондента. Так что подробнее уже из Сочи. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаметов, Республика.